самое главное, пытаюсь почувствовать талант. Талант человека, талант потенциального хореографа. Его интерес не только к хореографии, но его интерес к жизни, к музыке, к мироощущению. Я вообще ощущаю повышенный интерес к балету. К балету во всех направлениях, потому что эти направления зависят прежде всего от возможностей, которые существуют у хореографов и у исполнителей. Это нам шанс реализации. Именно такие проекты нас и открывают. Творчество без молодежи не может быть. И наступает то время, когда молодым надо двигаться вперед, их надо всегда поддерживать очень серьезно и очень честно. Но если говорить о тенденции в мире, люди пытаются оживить музыку. Наряду с российскими хореографами у нас принимали участие хореографы Чили, Америки, Великобритании, Испании. Мне очень хотелось, чтобы сегодняшний вечер был единым спектаклем.